где-то в озере. Это мы едем в Нальчик. В предгорьях, в горах Кавказа. Сидеть! Вот там сидеть! Начинаются горы. Сидеть, я сказал! Едем, ехали по направлению сидеть! Нальчика. Сидеть! И остановились на ночлег. Команды не было. Все, все, только мотай за это, там привязано. Я чувствовал сидеть. Вот сейчас но покажем сидеть! Цирк с ураганом. Сидеть! Главной роли ураган, чемпион Сибири. Мотай! Сидеть! 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 Мотай вокруг! Сидеть! Сидеть! Держи. Вот так резвятся они. Высоко как прыгает, а? У него там пружины какие мощные. Смотри, чемпион Сибири. Выше роста человеческого прыгает. А как сигает. Давай, ураган, давай. Чемпионом России будешь по прыжкам. За палкой. Давай, ураган. Догадался. Теперь таскай его за это. А ты вот эту зацепи за ту. Петлю, намного легче будет. Вот это вот. Подожди, вот. Петлю, зацепи. Вот так. Вот его удобнее тащить, как кукурузу, не давай заходить. Умотай его, чтобы он лежал. Я в прошлый раз думал, он понял меня. Маленько, давай его слабину, чтобы... Смотрите, он пеной исходит. О. Пена он идет. Старается. Пена. При такой температуре лежит 40 с лишним градусов. Ураганелла. Пошел, пошел. Так, ты маленько давай ему слабину, чтобы отпускать. Пусть он тебя подпускает. Да какую ему слабину? Маленько, маленько дай. Во. Ну охота победителем-то быть-то, ну еще ты так. Вон как. Это не за палку таскать, за веревочку очень удобно. Вот туда отойди еще, помахай маленький ему. Так и не давит, на нос не трогай его. Это главный аппарат, болезненный у него. Так, ладно, наверное. Цирковое представление. Предгорье Кавказа. Видно туча какая. Чемпион Сибири ураган борется с дальнобойщиком Сибири Николаем Кручиной. Он хороший кобель, что он игривый очень. Ладно, ладно, отпускай, отпускай. Все, я взял его. Ну, да, подергай теперь. Дедушку подергай. Он у меня дергать не будет. Победила дружба!